Большинство мужиков – жертвы. Многих мальчиков воспитывает мама и все время жалеет. Он упал, пожалел. Ребенок уже научился плакать специально, чтобы мама пожалела. И он вырастает жертвой. Ему постоянно важно, чтобы его жалели. Он жалуется на жизнь, чтобы его жалели. Он не мужик, а он бедняжка. Я помню, как воспитывала меня моя мама. Я падал, разбивал лицо, она шла дальше. Но если я забивал шайбу, она была самая громкая. Больше всего мной восхищалась. Она никогда меня не жалела, но громче всего за меня болела. Я вырос, да мне нет смысла ныть. Потому что меня никто не пожалеет. Но если я достигну, мной будут восхищаться все. И такие люди вырастают по-настоящему победителями, потому что они не привыкли жаловаться. Они привыкли всегда побеждать. Запомни, если ты хочешь реально воспитать успешного ребенка, который будет победителем, никогда не жалей его. Просто умей правильно поддерживать и восхищаться.